Короче, я еще вам хотела рассказать тему, что сегодня же Джанмаштами. Я думала посмотреть, что нам говорят кришнаиты, но вы посмотрите на этого красавчика. Да, узкая практика, как привлечь, кого привлечь. Денежное изобилие, о, давайте. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. И если вдруг вы не хотите... Он похож на этого чувака. У Малышева такой доктор ходит. Органы получают питание, и мы с вами... Глюкоза как сам... Я белки раньше глюкозы разжигло. Вы не хотите узнать, как привлечь к себе... Магистр практической магии. Прямо сеанс магии с разоблачением. Денежный поток и как избавиться от различных денежных препятствий, то можете дальше это видео вообще не смотреть. Классный ход. Если не хочешь узнать, как привлечь деньги, иди отсюда. У тебя название, как привлечь деньги. Совсем-то идиотов из нас не строй. Может, этот чувак из Малышева, он везде считает, что можно делать вид, что говоришь с... нулелетним созданием, и это прокатит. Герман Шаевич Гандельман. Как мужчине понять, номер три или не номер три? То есть она, в принципе, может поместиться в ладошку среднего мужчины. Ну, а кто смотрит дальше, то специально для вас я подготовил эту практику, адаптированную к нашим условиям. Это старинная даосская практика. В этой практике совмещаются очень много различных направлений, начиная от магического, эзотерического, даосского, ну и еще есть другие, о которых... Даосская практика. В ней совмещается многое, начиная от даосского. Если это даосская, она должна быть даосской, и что еще-то? Я вам рассказывать не буду. Вы сейчас сделаете практику, а какую, я вам рассказывать не буду. Но это тоже вот это, тай-тай, налетай. В интересную игру, а какую, не скажу. Не, ну там хотя бы начинается игра, или в какой-то момент ты должен сказать, что за игра. А так, чтобы ты начинал играть и не знаешь во что до самого конца, типа, а тебе и надо знать. Нет, это нечестно, дружочек, даже для нулелетних созданий это нечестно. Главное, что это работает. Вам не обязательно нужно... Не важно что. Главное, что работает. Как это не важно что? Ну, алло. Быть каким-то супердуховным практиком, каким-нибудь прокачанным йогой и так далее. Йогом, а не йогой. Если прокачанный йогой как инструментом, но я думаю, он имел в виду прокачанным йогом. Подойдет всем, даже начинающим. Вам необходимо будет просто делать то, о чем... Как-то вся эта духовная сфера делится на два лагеря. Одни все просто, всем просто, ничего не знай, просто делай. А другие нет, нужно достаточно дорасти, вот если ты дорос. А на самом деле и те, и другие говорят примерно одно и то же. Вот ты верь нам, и тогда все будет отлично. Если вы не готовы во что-то поверить, это значит, ваше сознание не расширилось достаточно. Такие. Ничего, ничего. Просто ты еще не готов. Чтобы привнести в вашу жизнь некую новую благость. Но так как мы... Это уже терминология от Хари Кришны. С вами живем в современном мире, то мы эту благость, в общем-то, ассоциируем где-то с деньгами. Что? В принципе, даосы как раз оставались более-менее адекватными во всей этой шушере-мушере. Что-то их тоже понесло в благость. Ну, имеется в виду не духовное, а нечто материальное. И прямо сейчас необходимо сделать несколько действий, чтобы подготовиться. Это что, введение в гипноз пошло? Не духовное, а материальное. Просто если это даосская практика, то там материально будет идти нога в ногу с духовным. Если у тебя нет материального, значит, ты в духовном ты не очень-то преуспел. Прямо сейчас лучше всего это делать стоя. Вы поможете встать, как раз сложить руки на груди вот таким образом.
Юля. Боюсь, на меня странно посмотрит. Хорошо. Взгляд смотрит параллельно поверхности, на которой вы находитесь, параллельно поверхности Земли. У него такие рукава. Какая-то царевна-лебедь. Взмахнет вот одной рукой. И глаза закрыты. Закройте глаза. Да, конечно. Ты нам даже не говоришь, что мы будем делать, а еще глаза закрой. Как на Севастопольской еще последний день до закрытия глобального всего. Я пришла, что-то мне там было нужно, гунгуру, по-моему. Короче, я прихожу в одну из лавочек с индусом. Один индус очень хотел то ли мне что-то продать, то ли себя навязать в качестве жениха, не знаю. Короче, на всю одежду он мне сначала сказал: бери вот это. Я говорю: не, мне вот это не нравится. Не, не, хорошая одежда, бери. Я говорю: но мне не нравится. Нет, нет, вот она очень хорошая. Потом он решил мне погадать по руке. Меня берет за руку, какую-то чушь свою лопочет, говорит: вот все так. Я говорю: нет, не так. Он говорит: нет, давай еще. Сначала он так смотрит, потом уже берет своими руками в нарывах еще какие-то, берет мою руку. Я думаю: ну ладно, я потом помою руку, окей, сейчас быстренько от него отмажусь. Он говорит: ну подожди, сядь, сейчас я тебе все скажу, закрой глаза. Я говорю: нет, не буду. Он говорит: нет, нет, закрой. Я так один глаз приоткрываю, вижу, он свою руку тянет к моей голове, хочет прикоснуться. Я говорю: нет, не надо моей головы касаться. Я не люблю, когда моей головы касается. Он говорит: нет, нет, все хорошо, закрой глаза. И опять тянет своей рукой. Я говорю: нет, не надо меня трогать. Ни за руку, ни за голову, тем более. Вообще не надо меня трогать. Короче, ушла оттуда. Захожу в соседний ларек, говорю: у вас есть санитайзер? Мне какой-то этот волдырявый товарищ потрогал. И никого нет. Это было во время, когда, по идее, все должны были с ними обложены. Еле-еле я нашла место там, где можно помыть руки. Как это делаю я? Короче, не надо закрывать глаза, когда какие-то стрёмные типы что-то делают. Химисинка технологий. Параллельно поверхности, на которой вы находитесь, параллельно поверхности Земли или параллельно поверхности пола, где вы стоите. И... Давай, давай, где лучше? Закройте глаза. Разбежался. Но с закрытыми глазами представьте себе, что вы смотрите куда-то вдаль. Куда-то вдаль вы смотрите, и ваш взгляд как бы расходится. Деньги где? Когда деньги придут? В разные стороны. Левый глаз чуть левее центра, правый чуть правее. То есть вот такое как бы идет раздвоение, расфокусировка. И прямо сейчас на счет три. Кадыш гипноз какой-то. Два. Деньги пришли. Вспомните небольшую сумму денег, о которой вы только что думали, или которая у вас... Небольшую? Была, вот на слуху, что называют. Не, не надо нам небольшой. Так, все, замычали. Все еще мычат, уже несколько минут прошло. Это соблюдение денежных законов. Где? И, в принципе, эту практику можно делать и сидя, но для первого раза хорошо это делать стоя. И она работает с небольшими суммами. Для того, чтобы привлечь большие суммы... Сразу бы говорил, что небольшие. Чтобы большие привлечь, там сидеть в Роллс-Ройсе. Мало денег, мало энергии. Много денег, много энергии. Чтобы много денег, надо заплатить мне за семинар. Как сделать много денег, а еще привести трех своих друзей, они должны привести еще трех друзей, и они все должны сделать членский взнос. Знаем, знаем мы ваши роскозни. Денежная энергия. Так вот, дорогие друзья, есть еще для того, чтобы научиться привлекать в свою жизнь определенные денежные потоки, есть еще такое понятие, которое называется колесо денежной фортуны. Это тоже какое-то, нет? Это нечто, это энергетическая субстанция, это которая является центром притяжения денежного потока. Тут нет ускорения. Вы знаете, как бывает, вот человеку везет. О, есть. Человеку везет. Почему? Потому что есть некая субстанция, которая притягивает через себя деньги для этого человека. И причем, дорогие друзья, колесо денежной фортуны у каждого свое. Его нужно настраивать именно на вас, именно на то. Он готов стать этим проводником, который будет нам нести деньги. Но нужен членский взнос, да? Гандельман. Это колесо денежной фортуны стоит на пяти столпах.
Я вам просто сейчас назову их. Первый столб – это... Класс. Колесо стоит на 5 столпах. Как-то образно не очень вяжется. Правильные цели и правильные желания. Второй столб – это... Ну, это хорошо. Это неправильно просто. Неправильно было желание. Вот и денег нет. Прокачанная ваша личная энергетика. Третий столб. Небось, прокачать может только он. И проверить, прокачан ли, наверное, тоже может только он. Это ваша чистая денежная карма. Четвертый столб. Все, с кредитами не возьмет. Это соблюдение денежных законов. И пятый столб. Это следование своему предназначению. Дорогие друзья, если все пять этих... Кто бы еще знал? Известные политики, либо известные актеры, либо спортсмены, а у них с деньгами, как правило, хорошо. Почему? Потому что у них есть и прокачанная энергетика, и есть правильные цели, ну и так далее, понимаете? Я думаю, у них из-за другого момента с деньгами все хорошо. Путь и духовности, и материальных... Что-то долго говорит. Ну что, что он рекламирует-то? Коуч, ментор, бизнес-консультант и эксперт по межличностным взаимоотношениям, эксперт по женским практикам, NLP-практик, магистр практической магии, автор эзотерических энергетических методов, мастер рейки, мастер базового шаманизма, эксперт по эгрегорам, энергетическим сущностям, мастер танты, предприниматель, путешественник. Кем он не является, скажите мне. Мне кажется, это Якубович теперь. Поле чудес. Путь становления Мерлина. Да. Вот эта личность. Понравился мне. Веселый. Послушаем его еще как-нибудь. Все, у меня стемнело. Пойду. Все, пока. Герман Гандельман появляется на экранах телевизора каждый будний день. Уже 6 лет. Он регулярно прилетает на съемки из Израиля. Там он работает в больнице интервенционным кардиологом.